Так, привет, дружище. Быстро взял, поставил лайк, а то что-то под последними видосами лайков-то нифига и нету. Чё, обленился? Я за тобой слежу. Как чаёчек и хомячить под мои видосики так норм, а как лайк поставить нифига, да? Окей. Смотри мне, я припомню. Ладно, сегодня будет нормальное видео. Вот увидишь. Хорошее, добротное. Так, заходим на мой основной аккаунт, я вам сейчас расскажу, что, зачем и почему будет происходить. Так, ладно. Короче, тут на днях выходило видео, там, где достаточно много донатилось на мой аккаунт. И, во-первых, вам расскажу о фейле. Было сначала вдоначено 1,5 пака. Вот эти вот акции, да, вот это вот верхнее, да, и... скажем так, нижние. Было вдоначено 1,5 пака. Все акции были пройдены. Там была рулетка, яйца, выращивай призы и яйца. Скажем так, хурма полная, но рулетка там еще что-то интересно вообще, во-первых, покрутить, и там и даже может что-то упасть. Ну так вот, потом еще вдонатился пак, и про акции мы забыли. И в конечном итоге туда не зашли. Я такой думаю, ладно, сейчас зайду. Да? Вот, захожу сейчас, и как раз именно рулетку, самую нормальную акцию, она сегодня закончилась. Остались только яйца и выращивая призы. Вот. Так что, ни дня без фейла, как говорится. А большущее спасибо моим подписчикам, там, Карену, Андрею. И сегодня я решил все-таки выбить священный огонь. Да. Вот, сейчас попытаюсь как-то объяснить вам, что, зачем и почему, и у меня просто в голове крутится, когда какой я видос выложу, что вы увидите на стриме, что вы не увидите на стриме. Короче, тема такая. Прошлый раз мы выбили, ребята, священный огонь. Я сначала думал, о, наконец-то я поставлю священный огонь на седну, как я об этом и мечтал. Но не тут-то было. Я вспомнил потом, ну и как бы мы выбили потом Розалинду так-то. И священный огонь пойдет на Розалинду. А Седна у меня снова останется без священного огня. Причем это тот герой, которого я, наверное, буду использовать чаще, чем саму Розалинду. Как бы это смешно не казалось бы. Ну, как бы грустно. Вот сидел я целый день, думал, что делать. И, как обычно, в таких ситуациях приходишь к выводу, что нужно взять и купить вот этот вот пак, откуда все это дело может взять и упасть. То есть, заходим сюда, и здесь, ну, в принципе, должен быть хороший шанс, чтобы поймать, скажем так, еще один священный огонь. Если не поймаем, буду, сука, по злому коробки открывать, мне плевать. А вот такие вот дела. Вот сейчас и купил этот пак, за что еще раз говорю спасибо Карену и Тесту за поддержку. Потому что сейчас у меня не та ситуация, чтобы там налево-направо донатить. А вот, ну, раз тут такая пьянка, давайте тогда поснимаем немножко видосиков. Ладненько. Ну и тут как бы есть и другие бонусы, но начнем мы, видишь, царе, видишь, я это все забрал, будет у нас сегодня некая лотерея, да, вот так вот, выфигачиваем, пошли в акции, сначала пойдем в акции, потому что уже на самом деле пройденных попыток так, ну, предостаточно, я вам сейчас объясню, вчера вот только на стриме обсуждали и в видосе, который публиковался, что... Блин, яйца, да, и выращивая призы, ну, стали абсолютно бесполезными, скажем так, локациями. Ну, локациями, акциями. Во-первых, это долго. Во-вторых, ну, тут, чтобы выбить, тут надо конкретно где-то, не знаю, много попыток. Помните, как раньше там за сколько ты некроса выбил? За 150 или за 180 попыток в яйцах? И вот сейчас посмотрим, да, может быть, разработчики как-то увеличили шанс. Может, мы возьмем тут хотя бы Розалинду выбьем, да, будет повторка. А может быть и нет, а может быть и да, но вряд ли, потому что герои, по сути, никакие толком не падали. Как бы битва замков уже давно изменилась, ту же Розалинду теоретически можно получить за один, ну максимум за 2 пака на базаре, но при этом, чтобы ее вот в этой акции выбить, тебе понадобится, ну не знаю, там на 1040-60 рублей закупиться, чтобы у тебя была целая гора попыток. Вот, и тогда, может быть, ты выбьешь эту Розалинду. О, ну вот мы получили Бигфута. Это, ну, вот, смотри, это 35 попыток, и мы только в начале пути.
Сами можете понять, сколько понадобится попыток, чтобы потом выбить Фрейю, Асуру, Бугимена, Розалинду и там, о божечки, Огнекрыла. Хотя, опять же, сейчас, да, вы, конечно, когда смотрите это видео, эти акции закончились, но там, может быть, другие и покруче. Но, тем не менее, покупая этот пак, у вас есть реально шанс получить и Огнекрыла, и Розалинду. Главное, чтобы была удача. Ну, на крайняк два пака, понимаешь? Но когда это было видано? То есть два акционных героя за пак или за два можно получить. Но если вы супер неудачник, то за три пака точно можно получить. Понимаешь, в чем фишка? А, так, выращивая призы, мы заходить не будем. Ну, посмотри, сколько мы тут бреда. Бреда всякого наполучали. Так, тут приглосы. Ну, сейчас... А! Я сейчас вместе с вами займусь любимым делом. Мне что-то сразу... Я вчера опять же не забрал. Мне там с акции прилетело 100 феников. И это классно. Мы сейчас вместе с вами прокачаем. Я там даже начал качать. О, хотя, смотри. Опа. Раз феник. Два феник. Три феник. Четыре. А это 12-й. Он у нас становится 13-го уровня. Что на самом деле реально круто. И сразу плюс 2 левела. Это, в принципе, нам в тех же кошмарках поможет. Когда герой атакован, феник восстанавливает здоровье от 300% своей атаки трем ближайшим союзникам и накладывает на них щит, который длится до 2,5 секунд. Щит блокирует один эффект. Кулдаун 3 секунды. То есть, ну, тут самое важное произошло, и оно заключается в том, что раньше он двум союзным, да, героям помогал, теперь он будет помогать трем союзным героям. Это, ну, как бы, это круто. Это круто, друзья. Так, у нас, получается, все прокачались, да? Все прокачаны, все на максимуме. Ах, ну, окей. Ну что, ну, пошли, сейчас будет решаться, скажем так, судьба. Судьбинушка аккаунта. Причем, ну и плюс, я не хотел, я хотел донатить, когда там будут именно ремку продавать. Я хотел донатить, когда будут, не знаю, может быть, именно священный огонь продать. Ремку в плане эмблем, да, восьмую ремку. Я так подумал, фиг его знает когда, вдруг еще деньги эти растрачу, что мне донатили, скажем так, на то, чтобы что-то для аккаунта купил. Ну, лучше давайте сейчас. Причем, ну, как бы 120 тысяч кулаков на дороге не валяется, займемся потом прокачкой. Героев там всех до 11 уровня, не знаю. Хотя и так их уже много прокачано. Так, кулаки идут. Смотри, у нас теперь 296 тысяч кулаков. Ну, можете поздравить. Наш сервер превратился в английский по обилию ресурсов. Так, заходим в ваши подарки и начинаем потихонечку открывать. Так, тут фигня. Это нам упало тоже там с каких-то... Ну, то есть, уже морально устарели. Эти акции. Ну, реально, морально устарели. Ну, падают какие-то там руны берсеркера с яиц. То есть, с акции яиц, разбей яйца. Это разве нормально? О, божечки, что же тут? Что же нам упадет? 10 варлока. Скина. Так, тут. Ну, тут вот эти вот новые талантики потом для, скажем так, архидемона возьмем, поменяем. Что у нас тут получается? Слушай, а может быть у меня... А, нет, не получится. У меня же скина на Бугимена нету или есть? Я даже и не знаю. Ну, в любом случае, видишь, мы только 10 осколков скина выбили. Поймали 2 таланта. Эмблемы. Это скин на рогатку. Ну, наверное, мы собрали уже скины на рогатку. Так, что у нас по скинам? 30 у нас Бугимена. На рогатку мы собрали, да? Вот, можем обменять. И даже, на самом деле, немножко улучшить. Подожди, это фигня. А на Бугимене нету, да? Ну да. То есть, это, понимаешь, открыто столько. Вот я вам говорю, вот эти вот мешки, да? Вот эти вот мешки. Ну, такие тоже мешки, тоже полная херобора, потому что оттуда это 15 штук я открыл. Я два раза открыл по 15 штук, и я не собрал скин на Бугимена. Это 30 штук я открыл. А я, как вспомню, раньше там по 4 мешка за пак продавали, но это абсолютный бред.
То есть, ну, абсолютнейший развод. Просто абсолютнейший развод. То есть, за 30 мешков я себе не собрал скин на огнекрыло. Фуе, на... Я уже все, схожу с ума на бугимена. То есть, ну, да, я, допустим, могу феникса подкачать, улучшить, да? Но это же бред. Что у нас тут еще? У кого скин появился? Кстати. Скин у нас появился, походу, на... Вот, на этого. Улучшение. А, это даже это не скин, это просто улучшение. Ясно. Заходим. Что тут еще по скинам? Этого я могу улучшить? Улучшение. А, он и так у меня на максимуме. Друзья, кого я еще могу улучшить? Ворожея. Ворожея могу улучшить. Улучшение. А, это, смотри, 45 надо. Ну, ну не, не наглые ли они рожи? Кого у меня еще много? Да, в принципе-то... В принципе-то никого. И смотри, 10 осколков части облика шипа, короче. Скина на Розалинду. Ну да ладно. Пофиг, там есть скин. А на Розалинду нету. Давай, пошли к подаркам. Ну, откроем тут. Может быть, мне еще 10 частей откроется. Давай сразу, по максимуму. Слушай, ну, мне повезло. 50 осколков Розалинды. И мне вчера так везло. И 40 феника. Это мы тоже открываем. Ну и давай по одному. Здесь, в принципе, очень много полезных вещей. Единственное, что не нужны нафиг эмблемы на рвение. Вот. А так я буду рад, если там упадет один... Один порочный пакт, пускай валяется на складе на всякий случай. Буду рад, если упадет, к примеру, два священных огня хотя бы. Ну, коробки таланта пятого уровня не нужны. Остальное, как бы, я тоже не буду обламываться, если упадет. Давай. Этот раз по одному открываем. Книжки, ну, допустим. Ну, допустим. Священный огонь давай. Ну, допустим. Ну, допустим. Священный огонь давай. Книжки. Блять, если сейчас не упадет, то это будет дикий фейл. Рвение, конечно, куда же без него. Так. Слушай, вообще таланты не падают. А, вот, порочный пакт. Давай священный огонь для Седны. Давай священный огонь для Седны. Рвение. Короче, жопа. Короче, жопа. Жопа! Полная. Это просто развод от Бога, друзья. Это просто. Я еще раз говорю, это просто развод от Бога. Священного огня нету. Священного огня нету. За 20 коробок. Сука! Что это такое? Как это произошло? Разработчики, объясните мне, пожалуйста, как это могло произойти? Скажите мне, пожалуйста. Где мне... А, ну все, мы идем по трешаку. Плевать. Я найду этот священный огонь. Просто жесть. Просто жесть. Или уже в следующем видео, а? Давайте, если наберем много лайков, я сразу же выпускаю следующее видео. Где мы открываем 23 коробки в поисках священного огня. Всем пока.